В Одинцовском округе задержан ранее судимый 29-летний житель Тамбовской области, подозреваемый в краже электроники. Злоумышленник, работая охранником в магазине электронной техники в городе Голицыно, ежедневно в течение 16 дней после закрытия торговой точки похищал по одному мобильному устройству. Таким образом, ему удалось вынести 11 мобильных телефонов и 5 планшетов на общую сумму более 500 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.